Большинство югорчан положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в округе. Об этом, в частности, говорили на заседании межведомственной комиссии Югры по противодействию экстремистской деятельности. По данным, озвученным на совещании, в 2017 году доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в автономном округе, составила около 69%. 73% жителей региона положительно оценили состояние межконфессиональных отношений. Оба показателя существенно выросли по сравнению с предыдущим годом.